Выходные не повод сидеть дома, и чтобы потратить время с пользой, можно совершить вояж по спектаклям, концертам и выставкам Сарова. Начать можно с Саровского драматического театра. 29 апреля в 10 утра для детей покажут музыкальную сказку «Серебряный рубль». Юные зрители, которые придут на спектакль по рассказу Владимира Адаевского, проведут с маленькой Лиденькой, главной героиней постановки, очень важный для нее день. 29 апреля в 11 утра в парке Зернова начнут свою работу аттракционы. Прокатиться можно будет на всех каруселях, кроме водных. Погодные условия пока не позволяют их эксплуатировать. А также в 11 часов утра и в 16 часов вечера на площадке возле автодрома пройдут небольшие игровые программы для тех, кому уже исполнилось 3 года, но еще не исполнилось 10. Работает парк по летнему расписанию до 8 вечера. 1 мая, в День весны и труда, отмечается еще один значительно более молодой, но подающий надежды праздник – День воркаута в России. В честь 10-летнего юбилея этого молодого направления во всех городах страны пройдут спортивные мероприятия. Саровчан, желающих попробовать свои силы в воркауте, приглашают на спортивную площадку жилого комплекса «Саровская ривьера» в районе поймы реки Сатис. Начало в 12 часов дня. Приятно провести время можно и в кинотеатре. Для тех, кто с нетерпением ждет начала мирового футбольного турнира, приятным бонусом будет фильм «Тренер». Данила Козловский в роли некогда успешного футболиста пробует себя в качестве тренера молодой футбольной команды, где изо дня в день старается помочь своим подопечным добиться высшего уровня мастерства. Чего добьется главный герой, узнаете, отправившись в кино на этой неделе. В прокат в канун Дня Победы вышел фильм «Танки». Фильм рассказывает о драматическом танковом пробеге, который организовал знаменитый конструктор Михаил Кошкин, чтобы продемонстрировать Сталину свою новую машину Т-34, который позже станет одним из лучших танков Великой Отечественной войны. Многие критики достаточно прохладно отнеслись к этой картине, но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому сходите в кино и сделайте свои выводы. А для детей и их родителей в прокате сразу две новинки анимации. Первая – это история про Кроша, Бараша, Нюшу и других героев мультсериала «Смешарики». Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча и обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительное путешествие во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывают во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «я», повзрослевшего и воршливого Шорка. И второй мультфильм, который выйдет в прокат уже в эти выходные – «Папа, мама, гусь». Это история про незадачливого гуся Пэм, который неожиданно проявил заботу о двух утятах, став им одновременно и мамой, и папой. Если же вы просто хотите приятно провести время, пообедать или поужинать с друзьями и родными, поиграть в боулинг или бильярд, вас ждут в клубе «Прайм». Изысканная кухня, уютная атмосфера и все грани отдыха в одном месте. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.